И продолжаем проходить. Мисс Кассел. Сколько же лет-то прошло, а? 20 точно. Я давно потерял счет годам. Похоже, что не зря. Уж больно бойкие для... Прости, но не до любезностей. Время на исходе. Есть разговор. А, простите, а вы кто вообще? Да, а чего разошелся, коль хотел поговорить? Заткни лживую пасть и не суйся в чужие дела. Сэм. Мне тоже не соваться в чужие дела? Или это касается только Стэна? Мэдди, это Сэм Грин, шериф Сидерхиллз. Здесь не твоя территория, коп. Бывший шериф. Что тебе нужно? Ты знаешь, зачем я пришел. О, значит, забыла. О, как мило с твоей стороны. А я вот все подчищаю за твоим треклятым детищем. Стойте, это что, про фильм? Он говорит о фильме? Ты зря пришла сюда, Линда. Зло должно остаться в забытии. Оно жаждет конца этого мира, а может и прочих. Да хорош тебе! Сэм! Ты всерьез веришь в проклятие? Это сказка! Это после всего, что видел. Произошло? Ага. А что произошло? Ты правда не помнишь. Всему виной то, что произошло в Сидерхиллз. Что происходит тогда, сейчас? Разве ты не понимаешь меня? Нет, мне жаль. Да. Просто... Скажи, что твой кусок так, что у они тебя. Выглядят да, практически одинаково. А они? У нас у всех есть. Слава богу. Значит, еще не поздно. Но Августина предложила нам сделку. И вы отказались. Так? Мы пока ни на что не подписались. Окей, ладно, не все пропало. Если не протупим, то будет шанс все исправить. Линда, о чем это он вообще говорит? Куски пленки, которые вы носите с собой. Это части фильма Линды и ее друзей. С моим сыном. Это не просто фильм. Это тюрьма. Для очень давней силы. С такой запредельной мощью человечество еще не сталкивалось. Это чистая злобная скверна. И голод ее безграничен. Окей, Сэм. Ты слегка переборщил. Вы ли это говорите, мистер Стэнфорд? Так, стоп. Вы знакомы, что ли? К несчастью, к нелепым претензиям бывшего шерифа я привык. Драматично причитать он очень любит. У чувака каша в голове. Но, скажу честно, выглядишь ты куда лучше, чем в нашу последнюю встречу, да? В зал ходишь? Уже рассказал? Как обдурил моего сына. Как украл кусок пленки, пока в жизни Роберта была черная полоса. Я веду свои дела честно. Не ныкаюсь по темным углам, как жалкий никчемный вор. Ну все, нахер! Ты задрал меня, чел. Ты что, кунг-фу он резко изучил? Мы пойдем за ним? Сходи, присмотри за Стэном. И я буду здесь. Он сейчас все это говорил? Серьезно? Я не знаю. Но сейчас никому не стоит шляться в одиночку. Ха.
Здесь и было заперто. Эй! Эй, секундочку! Стэн! А что тут? Где он? Зачем это здесь? О, давай. Типа дом изменился? Стэн что-то охуел, куда-то убежал. Стэн! О боже, оккультизм. Только этого не хватало. Ладно, посмотри, что там. Пауза. Что здесь творится? Это жопа там творится. Мне нужно вырубить эту штуку. Ага, что-то произошло. Это хорошо. Всегда знала, что зажравшиеся богачи держат такие губы. Кого я туда вытащу, интересно? Эту, что ли? Так, это уже прогресс. Осталось всего две таких фигуры. Еще две таких хуёвины. Так, и кот опять заорал. Ну, типа так.
Типа так. Прямо как в научной фантастике. А типа так. Сейчас, потерпи, я тебя вытащу. А почему не обойтись старым добрым выключателем? Продолжаем. Давай, 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 давай! Десятая глава. А, да, вот здесь я остановился, точно. Ну вот, глава 10. Хотя странно, сохранение было написано глава 8. А, это этот побежал отцу жаловаться. На банке склянки. Ты в порядке? Вау. Что такое, юноша? Ничего, я... Давай помогу. Не надо. Честно. Но ты, кажется, что-то... Я просто ищу своего шерифа. О, шерифа? Да. Вы его видели? О, ну, да. А где? Там, сям, везде и нигде. Он явно умеет появляться в самых неожиданных местах. Подождите, а давно он здесь был? Так, она ведьма, ей нельзя доверять. О, то есть, ну, это уже... не меньше минуты, понятно. Но и не дольше вечности. Понял. Ладно, спасибо. Рада была тебе помочь. Я передам ему, что ты его искал. Восьмая. Тут восьмая, там десятая. Типа, чё за хуйня? Они точно здесь прошли. Я бы ни в чем не был уверен в этом месте. Чем она заманила тебя сюда, Линда? Что она предложила? Mm.
Она даст мне свободу. Ха, свободу? С тех пор, как мы сняли этот фильм, каждый день мучения. Сны. Я почти не сплю. Раньше я включала их в фильмы. Как знаки отличия. Но за эти 30 лет... Наверняка Роберту с его куском жить было не легче. И Августина сказала, что если ты отдашь ей кусок пленки, то... Я не могу ее уничтожить. Августина мой шанс. Почему она таким же возрастом, как шериф? Кусок Стэна и другой девушки. Ее зовут Мэдди. Она дочка Бонни. Дочка Бонни? Трудно поверить. Знаю. Но ты приглядись как следует. Просто копия. Жаль, что мы с Бонни мало общались. Так она же лесбуха, как теперь она? Теперь уже поздно. Чё она? Поздно? Решила стать в один Бонни момент не лесбуха? Умерла. Мэдди получила кусок пленки в наследство. Это... очень печально. Что ты имел в виду, когда говорил, что это все из-за Cedar Hills? Я сказал, что всему виной то, что случилось в Cedar Hills и продолжается сейчас. Что продолжается? То, что случилось тогда. Детишки снимают на Супер 8? Завод давно закрыт. Я же сказал, я больше не считаю годы. Да хорош уже, Сэм. Ты не был откровенен с тех пор, как пришел. Ты уж извини. В чем дело? Ничего, я в порядке. Найдите все. Надо их найти, пока небо опять складывается. Бля! Я думал, он еще раз крутанется. Сука. Тише, тише, полегче. Сэм, ты совсем плохо. Нужно найти Августину. Живо! Тебе нужно. Паны из Алхенцы, заебали. Я в порядке. Ну что, поможешь мне найти Августину или будешь путаться? Ну сухота такая, блядь. Че? Я тебе помогу, нахуй. Да я сразу знала, что что-то не так. Мне просто хотелось проверить. А ты не та ли бабка, нахуй? Я помогу, Сэм. Чтобы не задумала Августина, это плохо. В этой игре вообще все ебануто, нахуй. Ну ладно. Муж Сэм это не является Сэм, а на самом деле та, блядь, женщина непонятная. Которая куча масса, куча всего, блядь. Трансгендер ебаный. Сэм? Сэм? Ну Сэм? Вот. Сэм? Я не хочу я Сэму доверять. Сэм! Да, любыми подвисания. На пятом Unreal, наверное, сделано это говно. Хотя вот я зря не это. Там, скорее всего, у него что-то ну, было записано такое. Что-то значит. Смертельная шахта, блядь. А, то, как они снимали. А странности все продолжаются.
Да пошла ты нахуй. Причина резни в кинотеатре — отвратительный фильм. Ебать, конечно, если фильм дерьмо, надо вставать и хрен. Схожу-ка я на Лунтика, слушай. Потом порежу всех, потому что мультик будет дерьмом, блядь. На Лунтика. А чё бы и нет. Женщина, давай мы пройдем как-нибудь вперед. Ну что это? В этой сцене играла не Бонни. Это была Крис. А как так получилось? Так нельзя. Так, это не то, что мы сняли. Расслабься. Ты все это видел? О чем ты? Ты видел, что творила Августина? Это неправильно. Очень, очень неправильно. Ты начинаешь понимать, с чем я сражаюсь. И, к сожалению, мне кажется, уже слишком поздно. Идем. Стоп. Я и шагу не сделаю, пока ты не расскажешь, что здесь, блядь, происходит. И только попробуй хоть на слово отступить от правды, понял? Правда штука скользкая. Сэм! Слушай, прости, Линда, но я вряд ли смогу рассказать то, что ты хочешь знать. Не думай, что мне это нравится. Когда я сделаю, что должен, награды не будет. Ни благодарности, ни золотых часов. Это, скажем так, высокое призвание. Благотворительность. Господи, какая же чушь. Я больше не ребенок, а ты не шериф. Хватит изображать большого и могучего. Линда. Нет, не говоришь правду, ладно. Но я не дура. Я знаю, как запутывать людей. Я вижу, что ты пытаешься скрыть. Думаешь, я не заметила, как только ты вошел? Тебе должно быть лет 80, а ты едва старше меня. Как это вообще возможно? А, ну во, во. Так о чем речь? Я говорю, что ты, может, и Сэм Грин. Но не тот Сэм Грин, которого я знала в Сидар Хиллз. Ты кто-то другой. Верно? Да. Кто-то. А
А я думал, они типа, блядь. У любого пути есть альтернатива, предназначенная для твоего иного я. В ином мире и реальности. Миры и так близки. У них единая брешь. Все просто. Я выбрала особые времена, когда брешь между мирами разрослась, и над ней нависла сущность. Мне не нужно было тело Фрэнка Стоуна, нет. Только лучшие версии его сущности с пленки, проигранные на скорости 24 кадра в секунду. Фрэнк Стоун возродится. То есть она типа между мирами, альтернативными вселенными путешествует. Глава 9. Ну что ж. Так, а это что? Они все подевались. А это всех просрало. Не-не-не, назад. Там что-то вот. А, это просто нихуя, да? Одно сплошное нихуя. Я люблю, когда вот так нихуя вообще. Это ключ. Бред какой-то. Так. Вот это же камера должна. Должен быть путь на другую сторону. Вот это весьма кстати. Да бери ты ебаную бумажку. Не хочу ее нахуй читать. У хозяина этого шкафчика были явные проблемы. Если починю котлы, это должно остановить эту тему. Давай ремонтом еще займемся, блядь. У меня лицо сварится от этого пара. Но альтернативы нет.
Так, ну и где она тогда? Сами твои записки. Да блять, убери ее нахуй. Какая ты медленная, блядь. Корова ебаная. Есть один. Надо еще один найти. А второй там, наверное, блядь. Нет, а нихуя. Так, погнали, погнали, погнали. Нельзя. Сейчас сначала их сбавим все. А, нет, да? Ну, типа, блядь, прикольно. Чё-то это нихуя не обратно, мы вглубь куда-то пиздошим. Там чё? Что это? Марлин. А, ошейник пса. Боже, если я выберусь отсюда, я послушаю Бонни и уеду из Сидар-Хиллз. Увижу Нью-Йорк, влюблюсь, разлюблю. Я буду жив. Я буду жив. Я буду жив. Буду жив. Будешь жив. Ненавижу тесноту. Так тяжело дышать.
Так, ну это опять эти вот сундучки, на них, блядь, пораскидывали, что пиздец. Типа нахуя? Так, куча дверей, путь наверх. Закрыт. Открыт. Опять ползти. А, это в закрытую дверь. Понятно, понятно, что-то там, блядь. Божья. Это же... Это ужасно. Что это вообще такое? Сначала? Ладно, тогда... Да в смысле сначала? Вот обратно уже ползем. Ну, глава 10, блядь. Ладно, пауза, потому что я уже не знаю, сколько там как, что нарезано, блядь, и чё к чему уже пойдет, буду к чему там прикреплять. Вот, так что давай, до скорого.